Здорово всем, с вами Толян. Продолжаем катать про сектор с Project 1.6.1. Да, настроение хуже не бывает. Нормально с настроением, пацаны синхронно спать легли. Короче, я подкинул яркости, контрастности, гаммы и все такое. Да, все еще раз чекнул, все на порядок лучше. Короче, ничего не положили. В прошлый раз. Что мы? Чего ты? В прошлый раз мы успешно повыполняли всяких квестов. И на данный момент у нас есть задача перетащить хвосты. 6 штук. Что ты врешь? У тебя энергетик есть, попей. Ну ладно. Нужно еще у этого волка взять. Да. Беремся, короче. Что нам там дает форт? Так, сейвимся. Чтобы перейти, нам водочка понадобится, две бутылки туда-назад. Нужно еще раз тогда лучше заглянуть к Сидоровичу и глянуть, какие квесты у него появились. Потому что с ним нужно качать респектушечку нашу. Чтобы скидочки были и в конце концов открылся ремонт. Как же он быстро устает, это трэш какой-то. Это дикость. А может, это реализм такой. Вроде пробежал метров 10 и устал. Неважно. Старый. Хабар принес? Да, конечно. А что по торговому представителю? Новичок, болото. Нет, мы на такое браться не будем. Стоп. Я тут, кстати, уже с ним наторговал. У нас с ним отношения... 135. Осталось еще пятерочку заработать. Отношений 5 единиц. Обязательно зайду. 5 единиц. И тогда откроется ремонт. Но сейчас тогда идем к насыпи. Поговорим с этими алкашами, которые за водку пропускают ее за 500 рублей. Да. Иди-ка сюда. Заклинило. Стоит за ней бегать? Нет, конечно, стоит. Вот, столкну кому-нибудь. Иди сюда. Опа. Легкая добыча. Все, идем на насыпь. Не буду тогда зацикливаться на одних собак. А вот собственные пацаны, которые купят у меня этот хвост. Здорово. Тебе 0 рублей. 46. 185 рублей. А, 165, простите. Если на фул, 158. По полной цене продали. Заметил, кстати, что ножик уже изношенный. И чтобы чего-то залутать, нужен острый нож, пишется. Тут поврежденный труп, неважно. Есть такая заточка, короче. И ей нужно точить нож, как ни странно. Готово. На соточку? Да. Заточили нож на соточку. Поползли дальше к насыпи. Блин, мне вот интересно. Мне серьезно настолько сильно повезло в прошлой перестрелке. Это была первая, по сути, перестрелка тут. На АТП. Я с первого раза ее затащил. Я уверен, что в дальнейшем такого не будет везения. Ну-ка. А, я их все лутал. Не стоит останавливаться. Пацаны. Стоп. А бинокль я выложил. Понятно. Нужно два хвоста. Кошачьих. У меня есть 4, вот. И свалить плотей. Охота на плотей здесь будет выглядеть следующим образом. Хочешь пройти, иди сюда. Говорить будем. Не отвали отсюда по-хорошему. А по-плохому. Бутылочка есть. Разожгем костерочек и сохранимся обязательно. Сохранимся мы таким способом. Вот. Отдохнем. Отдохнул. Все. Почапали. Я на ферме, и плоть меня загнала на трактор. Так вот.
Как выглядит охота на плоти здесь? Ля как бегает. Ты конь. Остановись. Вот так она... А, ну... Ну попробуем, ладно. Поврежденный труп. Нет, оно того не стоило. Тупая идея. Пробуем заново. Блин, опять к костра возвращаться, кстати. Нужно забрать хлеб. Потому что он, по идее, портится у них, когда там лежит. Нет, не портится. Все-таки зря его забрал, наверное. Ладно. Торгуем? Шагай, шагай отсюда, шагаю. Увидимся. А торговать можно. Отношение минус... минус 1200. Я чем, получается, за бесплатно все отдавать должен? Да нет. Ну, я слушаю. Ты прослушал. Аккуратненько. Блин. Вот на самом деле было бы прикольно сюда ганслингер впихнуть. Какой у них радиус огромный. Так, плоти. Сейчас нужно мансовать от них. Их тут всех надо убить. Где ты? Неважно. Залазим на трактор. Прыгни, дядя. Торый, давай. Скинь рюкзачок. О. Возьмем отсюда что-нибудь. Чуть-чуть патронов. Совсем чуть-чуть. И пойдем выносить плотей. Плоть. Иди сюда. Я вижу, что их нужно с ножа убивать, чтобы с них глаза выпадали. Если в них тупо стрелять, с них никогда ничего не выпадет. Куда ты убегаешь? Зачем так далеко? С дуплета дандим. Ладно, придется ее так убить. Я пока не особо готов с ножа убивать их. Ай, ай-яй-яй, ай. Больно. Не надо было. Сюда иди. Они бегают просто как сумасшедшие. Зачем? Да сколько тебе надо? Ай-яй-яй, беги, старый. Я не попал, походу. Где ты? Ладно, без дуплета тогда стреляем. Давай, к насыпи беги. Хотя нет, давай все-таки попробуем. Не надо в аномалию, куда ты? Не, все равно нож не выпадает. Странно. Нож. Дурак. Глаза. Глаза не выпадают. Если бы плоть еще с ножами бегали, я бы тут точно надолго остался. Где рюкзак? Чуть повыше. Нужно еще патронов, наверное, взять. К обрезику. Блин. Они жирные, на них много уходят всего. А стоит сохраняться? Бежать отсюда и сохраняться? Не знаю. Наверное, нет. Ладно, попробуем так затащить. Получилось одну вынести еще. Как глаза, так и не выпадают. Ну, правильно, как я говорил, нужно с ножа их убивать. Как это делать? Не надо. Их сложно выносить с ножа. Ё-моё, плоть. Уйди. А теперь иди сюда. Поврежденный труп. Ну, конечно, поврежденный. Но я же и в лицо не стрелял, по факту. Или стрелял. Честно, я не смотрел, куда целимся. Ну-ка. Еще одна на очереди. Ну, вот это я в лицо точно стрельнул. А, это последний. Можно хоть с себя выпадет глазик? Не выпал. Да. Это очень печально.
Ничего не принесло мне это тогда. Ну, кроме награды от волка, конечно. Волк-одиночка даст нам награду. Ну тогда что, бежим, сохраняемся и идем к котам. Сохраняться мы будем в доме, где этот лис лежал. Правильно? Правильно. Аккуратно надо до туда доползти и не умереть. Желательно бы. Что мне по деньгам вообще? 3855 рублей. Ну тут, слава богу, экономика никак в NLC. Консерва там за 2000 была, я помню. Это было люто. Хотя не знаю, что хардкор, не NLC или про Sectors. Вот реально. Долго думал. И, наверное, все-таки про Sectors все просто здесь сделаны перестрелки как-то по-другому. То есть чувствуется то, что боты NPC вот эти, враги твои, они как-то поумнее чувствуются и все, чем в NLC. А в NLC, в свою очередь, просто ваншоты присутствуют какие-то. Но там не ваншоты, конечно. Немножко по-другому. Ломайся давай. Нож я не буду портить ради тебя. Да и ради платей даже можно было бы его не портить. Так, здесь потрошки. Какой спать? А как я подберу? Я не могу аптечку взять, он спать ложится. Возьми. Идея другая тогда. Вытолкнем ее. О, бинт. Чуть не упустил. Берем. Выталкивайся. Я не хочу терять аптечку. Нельзя так. А ну. Что происходит? Все. Тут тоже засейвится. О, еще один хлеб. С оригинала лежит, ждет меня. У меня уже 3 хлеба. По состоянию они все хорошие. Съедим вот этот. Похавал и сохранился. А вот и кошка. Хост есть один. Печальный, но ожидаемый финал. Но все равно. Главное хвосты. Квест на хвосты. Ты что творишь? Блохастый, уйди. Не надо. Уйди, пожалуйста. Где ты? Последний кит остался. Так просто. Да, стоило бы один раз просто грамотно увернуться и все. Слово. Меня пропустили за так, без бутылки водки назад. Я думал, мне придется платить. И к тому же открывается квест с Кузнецовым. Типа, прогуляться до... До куда? До темной лощины. Отнести там какую-то фигню его типам. И тогда с ним откроется бартер. Но я сейчас это пока выполнять не буду. Это надо делать к утру. Потому что там время ограниченное. А пока что ломаем ящик. О! Хорош. Сколько у меня уже этих патронов? Так. 131. 138 в общей сумме. 138. А по идее. Есть у них. Он захотел пить. Энергетик пить или не пить? Время сейчас. 19:21. Да не буду пока пить энергетос, а то он потом... Ляжет и скажет, а я не хочу спать. После энергетика какой сон? Такое в многих модах я видел. Не помню. Но это в основном во всяких АМК модах было. Там типа тайные тропы, я помню. О. Да блин, ну... Как же хочется его взять и как же не хочется. Ну пусть шатается тут. Как бы хочется, но нельзя. Нельзя его сейчас мне брать. Если я его возьму, все, гг. О, у меня, кстати, здоровье восполняется само по себе. Здорово. Не, в принципе, можно... Да, надо было все-таки взять квест
Вообще дрочу, типа спецзадание. Чтобы помочь лису. Потому что лис потом бы дал наводку на тайник. А где бы он дал, неизвестно. Он мог бы мне и тут дать, и там. Ну ладно, это не важно уже. Это не важно. Так, сейф нужно сделать адекватный. 12. Внимание, внимание, Тамарут. Спасибо за внимание. Ладно, я думал, они повторят это. Они, короче, друг друга толкали тут, ну ладно. Вернулся на кордончик. По поводу задания. Убить того-то, того-то. Получил форт и патроны к нему. Форт получше будет, чем ПБ или как? Непонятно вообще, если честно. Сейчас. Ну, наверное, стоит стрелять с ПБ, потому что форт, ну, как бы поновее, и портить его пока не хочу. Хотя, нет, лучше все-таки форт взять, потому что по собакам-то мы уже стрелять не будем, наверное. Ну, квеста, если нет, то что их убивать? Ну, хвосты уже сейчас испортятся, и все. Кстати, я тогда убил 5 котов, и из 5 выпали хвосты. Это очень здорово. Сейчас идем к деду. Какой у него квест откроется следующий? Наверное, следующий квест это будет 10 рук зомби собрать. Между сталкеров бежим. Они опять тут лазят. Они в прошлой серии тут лазили, они сейчас тут преследуют меня. Что здесь с освещением? Что у меченого с ногами? Он как будто в этих... В ботинках панковских каких-то. Ладно. Колени переломаны. Бедный меченый. Да, конечно. Кошачьи хвосты, энергетики. По поводу задания. Кровь камня. Водка, либо то. Сколько у него бутылка водки стоить будет? 460 рублей. Ну, поди, меченый. Добыть трофей мутантов кого? Рука зомби. Вот. Возьмемся? Давайте. Кровь камня тоже возьмемся. 2000 дают по возвращению. Неплохо. А мы-то знаем, где лежит 2 кровь камня. 2 крови камня, точнее. 2 кровь камня. 2 кровь камня. А чё не загрелись? Надеюсь, не военные приперлись сюда. Есть один ящик тут. Вот здесь. Спускаемся. Хоба. Ломаем вот этот ящик. С помощью болтов, разумеется. Давай. Давай. Ну давай. Опа. А вот и кровь камня. Надо мажет. Конечно. Где ты? Что по состоянию у него? 60. Я думаю, можно его принести. А нет, стоп. Нет, нельзя. Типа, уведомление о том, что как бы я нашел артефакт, нет, не пилюкнуло. Поэтому ничего мы не нашли. Капец, херово это. Артефакт, кстати, в руках можно носить. Интересный прикол. Только я не знаю, будет это меня регенить или нет. Я до сих пор не вкусил этого прикола. Ладно, неважно. О, как медленно он поднимается. Давай, дядя. Нашу нычку тут не обокрали, нет? Нет, пока нет. Ну тогда положим это. Хосты я специально зашел продать, что я делаю. Аптечку еще одну возьмем. Да, наверное, все тогда. Положим дробь, возьмем ЖК. Это ЖКан? Да, ЖКан. Будем зомби ЖКана выносить. Может, колбаски схавать? Да. Он проголодался как раз.
Ты должен еще здоровье порегенить, нет? Нет. Написано здоровье плюс 8. Пить? На, попей. Напился, черт. Да спустись ты побыстрее. Не, все-таки он не хочет бегать, отказывается. Отказывается меченый бегать. Ты что-нибудь купишь у меня, нет? 0 рублей. Ну, да, за бесплатно, в принципе, возьмет что-нибудь. Ладно, все-таки аптечку юзану. Откуда у меня дамаг был? А, от этого. От артефакта тупого. На, хвост забери. Раз этот продать нельзя. Может, друзьям его можно скинуть? Не знаю. В общем, тебе ладно. Что-то мы быстро путаем. 60 рублей. Нужно искать зомби. Помимо зомби, что еще можно сделать? Какие еще квесты есть? Может, у волка что образовалось? Волк, дай работу, пожалуйста. Мне делать нечего. Вопросов у меня к тебе нет. Работы. Работы нет. Тьфу на тебе. Я думал, подкинешь что-нибудь. Ну ладно. Сейчас по-быстрому тогда вынесем зомби и... Стоп, кровь камня. Я вроде бы не... Я забирал же с элеватора или нет? Блин. Загадка. Ладно. Идем на элеватор. Там как раз зомби ошиваются. Добрался до сюда. Зомби тут гуляют все-таки. Там кого-то военный выносит. Но мне это не интересно. Нас интересует только артефакт. Да, я его не забирал. Я его не забирал. Нужно скинуть рюкзачок. Чтобы он побыстрее зарегенился. Давай. Спать захотел. Меченый. Скоро поспишь, не волнуйся. Где он тут уже? Блин, его тогда отстреливать надо. Разве нет? Ладно, отстреляем его. Потихоньку. Все. Сейчас все будет. Ой, не надо. Надеюсь, у него состояние нормальное. Все, я думаю, можно его брать уже. Иди сюда. Давай. Дамаг сейчас будет лютый опять. Твою мать. Ну, что поделать? Чего поделать? Этот рофл какой-то. Опять отстреливать его? Давайте, ладно, еще раз. Все. Пожалуйста, прыгни. Вот что я сейчас делаю не так? Все. Получилось. Нож! Мой нож. Мой нож там остался. И что делать? Что делать? Надо нож возвращать. Пришлось отгрузиться. Потому что я не могу достать свой нож. А без ножа что делать? Мы же пришли сюда в основном-то за зомбями. Получилось так, что нож пропал. Он упал, я его не могу достать. Точнее, не мог. Проблема, кстати, с артефактом. Сразу все сюда положу. То сейчас еще что-нибудь уронит туда. Фонарик с головы выпадет. Ну, поднимай. Сейчас что тебе все нравится? О, вот это мне нравится. Состояние артефакта плохое, поэтому дедушке мы его не сдадим. Это печально. Нужно искать тогда. Что нужно найти? Нужно найти карусель. Тут, кстати, военные позабавились. С одним из зомби. С одним?
Точно, может тут еще какой-нибудь есть? Тут шкан поврежденный. Они их гранатами закидывали, зомби. Они лютые. В общем, нужно найти карусель для того, чтобы зарядить артефакт. Сколько мне времени? 3 дня. Карусель, наверное, можно найти в темной лощине. Она же так называется. Мне вечно хочется назвать кишкой. Темная лощина, все правильно. Или где-то на кордоне. Я не знаю, где на кордоне находится карусель. Но зато я знаю, где находятся зомби. Так, нужно сменить на жакан. Встаем. А теперь ложимся. Так. 4 руки. Не лезь ко мне, пожалуйста. Ты как посмела? Иди сюда. Да откуда ты, ё-моё? Не, я ее теперь не оставлю. Тварь, убежала. Повезло тебе. Но тебя ждет что-то плохое там, я уверен. Кстати, бинты тоже тут восстанавливают здоровье, не просто используются в качестве перевязки. Зачем я дыхание задерживаю? Я же впритык стою. А вдруг не попаду? Не знаю, собак собирать с них хвосты, нет? Не буду. Не хочу. Так, 6 ручонок. Осталось 2, короче, кокнуть и все. Раз. Вот я не попал сейчас. Ты как? Эти руки что ли длинные, я не пойму. Ну-ка. На. Я не понимаю, он вроде на расстоянии, а вроде нет. Все, забираем руку, уходим. Да, наконец-то. Нужно знать, где карусель находится, я пока подумаю. Сколько я буду думать? Карусель, карусель, карусель. А что не качели, блин? А, это опять ты. Хотя, может, и не она. Че я взял, что это опять она? Ну да, надо поспать, короче. Только надо спать 9 часов аж ложиться. Я вспомнил, где карусель есть. Где плоть засосала в самом начале. Где, прикинь, в следующий раз на ее месте можешь быть ты. Хи-хи-хи-хи. Хи-хи-хи-ха, да. Отдохни, дедушка. Что нам дадут за него? Я уже забыл. Ну там, по-моему, водка предлагалась, патроны, медицина вроде бы. Нужно больше квестов выполнять, больше квестов нужно, чтобы репа была. Я не знаю еще почему, у меня просто не делаются скриншоты. Как бы они делаются, они сохраняются, но там тупо черный экран вместо них. Секстерс, ты чего? Сохраняй скриншоты, пожалуйста. Ой-ой-ой. 2 дня. Было же 3. Разве нет? Или я туплю? Или я дурак? Не знаю. Сейчас дадим ручки. А потом что? Потом. Идея. Гениальная идея появилась у меня. Сдаем, короче, руки. Идем до карусели. Скидываем туда вот этот кровь камня, который... Хотя, можно 2 кровь камня скинуть. 2 крови камня можно бросить туда. 2 штуки туда кидаем. На утро получаем 2 заряженных артефакта. 1 сдаем Сервичу, 1 забираем себе. Как вам идея? Все правильно? Все довольно гениально. Только для начала надо взять 1 артефакт. 1 возьмем. Хвосты надо тоже взять, потому что они протухнут к утру. И что мне с ними делать? По квесту ты их не сдам уже, если они испортятся. Что у нас? Проблемы. Проблемы с броней.
Мне нужно где-нибудь найти нормальный комбез, потому что в куртке бегать это гнусно. Да хватит моргать. Люди моргают каждый там 10-12 секунд. Меченый моргнул один раз, все, пипец. Иди-ка сюда, дедушка, и получай свои руки. Где же ручки, где же ваши ручки? Выполнил задание. Что взять, Жакана, Геркулес? Давайте Геркулес возьмем, пофигу. О, все, ремонт разблокировался. Соответственно, и репа поднялась с ним. 15% торговля. 15. 15 это пока что край. Работа. Эти задания мне не интересны. По поводу ремонта. Ужас. Дорого. Какие, блин, 6200? У меня всего 6188. Так. С хлебом все нормально. А я сохранялся, когда сюда пришел. Надо сохраниться, а то вдруг меня сейчас в король себя затянет. Я вроде сохранялся. Да. Ну, надо еще раз. Для профилактики. Теперь идем. И скидываем. Скидываем. В карусель. А как? А как? Точно, их же можно брать в руки. Где-то там. На какую? 7. Его так швырять. Или можно его прям с анимацией кинуть. Разве нет? Взять в руки. 7. Да, с анимацией прям можно швырнуть его. Неплохо. Ну, пойдемте кинем. Вот, собственно, карусель. Если я не ошибаюсь, это должна быть она. А у Поти глаз есть. Ну, по-моему, там от глаза ничего не осталось. Да, его даже брать не буду. Все-таки я придумал, как. Это же тоже? Карусель, да? Да, это карусель. Кинул в одну карусель. Давайте в две карусели кинем. Вдруг он. Ты чего? Эй, отдай! Отдай! Куда ты? Вернись! Пожалуйста. Пожалуйста, вернись. Ты точно там заряжаешь? Что? Я понимаю, что это гравианомалия и все такое, но... Согласен, тупая идея. Это тоже карусель? Да. Почему в эту карусель нормально лег, а в ту ненормально? Я не понимаю. Сложно понять для меня. Ладно, возвращаемся. Снова я здесь. Где там эта каруселька? Подходим. Попробуем, ладно. Два в одну аномалию кинуть. Я думаю, ничего из этого не будет плохого. Они точно в аномалии лежат. Попробуем. Теперь идем спать. Так, я подошел. Ничего нам не положили. Очень здорово. Время как раз 9. Можно уже ложиться. 8 часов поспим. Сейчас посмотрим, что там с артефактами. Целый, не целый. Ну? Стоп, а что по времени? 5 утра. А, голодает и хочет пить. Сейчас мы это исправим. Надо за водой сходить. Все, музыкальная пауза. Тут всю ночь сидели. У вас какой-то праздник, наверное, да? По-любому. Вода нужна. Срочно вода. Идем в тайник. А вот что я заметил. Ружье-то украли, пока я спал. Походу. Точно украли? По-моему, ружье украли.
Если оно сейчас у меня в инвентаре будет, значит его сперли. Ружье сперли, пока я спал. Блин, артефакты заново скидывать, ё-мо, надо что-то придумать. Это ты по-любому. Ты кто? Мишка-медведь. Это разве не одно и то же? Мишка и медведь. Ладно, 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 хорошо. Мишка-медведь, блин. Пчелка-пчела. Чё бы нет. Скинем тогда какие-то вещи сюда. Много вещей. Сразу возьмем воду. А воды-то нет. Хлеб оставим. Ну, короче. По весу... Стоп, я артефакты выложу. Нет, нет. По весу у меня 3,67. Без артефактов. Без артефактов. 6,67. А, не 3,9. Или сколько там? Не суть. Короче. Забираем. Сразу идем к Сидоровичу. А тут сколько? 29,90. Все. Идем все повторять. Короче, проснулся. Смотрим. Ничего не украли на этот раз. Какие молодцы. Сразу идем тогда. Давай пролази. Давай пролази, говорю. Ух уж эти лестницы. Сразу идем за артефактами. Мишка-медведь. Черт. Я не знаю, кто украл ружье. Но по-любому это этот косолапый. По состоянию одного было 49, по-моему, или 40. У другого меньше 60 точно было. Аккуратно. Иди сюда. Опа. Нет. Не улетай, пожалуйста. На месте. На месте. Мне надо как-то его оттуда вытащить. Вытащил, блин. Куда он делся? И улетел. А на сколько он? На 82. Короче, ладно. Все заново. Я не знаю, куда он улетел. Я не хочу его искать заново. Блин, это плохо. Все, забрал я эти два артефакта. Почему у меня опять все вспомнил? Я ж хлеб покупал с водичкой. Выполнил задание. Что сейчас взять? Водки. Да сколько вообще можно продать? 960 рублей. Да ты охерел, Сидорович. Ну, водку. Одну бутылку. Ну, мудак. А, он еще 2000 дает, ладно. Ладно, давайте патронов возьмем. Думаю, получше будет. Грави я не смогу принести. Что ему надо? Дело есть очень нетяжелое, такое сякое. А, почистить район от мутантов. Зачистить местность. Что за местность? Ладно, давайте. Что за местность? Где она? А, собаки. Сейчас. Ну, по-любому, одни собаки лазят и все. Вот темно-то как. Короче, сейчас я соберу все свои пожитки, которые у меня есть, и пойдем убивать собак. Короче, все-таки решил вернуться и сложить сюда... назад этот артефакт. Только он немного дурак, потому что он улетает вечно. Почему так происходит? Ты можешь просто вот лежать тут и все. Не, он улетит когда-нибудь. Он когда-нибудь просто возьмет и улетит. Сейчас опять улетит. Не надо такого. Куда ты летишь вечно? Дурачок. На месте сиди. Мне кажется, все-таки он улетит. Я не хочу этого. Тогда потрогаем. Потрогаем его, да, возьмем. Поколдуем с ним, вот как он это делает. А может так это и делается? А хрен знает. Аккуратно. Аккуратно здесь это падло.
Все. Отсюда мы выходим. Идем сюда. Вывозим собак. Сохраниться бы... Да, думаю, сохранюсь. Потому что сейчас заново вот это вот колдовать с этим артефактом, кидать его в аномалию, потом то все пятое, десятое. Не. Не хочу я. Взял ПБ все-таки вместо этого форта. Хорошо, выходит, да. А что выходит-то? Фух, точняк, можно же у деда отчиниться. Сколько у меня денег? 7888. Хорошая сумма. Сейчас вычиним пистолет. Откройся. Нормально. Поторгуемся, может, еще? Конечно, поторгуемся. 20, 19, 17. Угу. Первый ствол. Что он там скажет? ПБ отремонтировать 840 рублев. Ну ладно. Минут на 20? Блин. Чему? Сидрич, мой мозг проветрил. Ладно, все-таки возьму форт. Жизнь меня вынудила взять форт. Ну а что, я ж не буду 20 минут сейчас просто сидеть, офкашить и ждать, пока он его починит. Я понимаю, что игровое время пролетит быстрее. Где-то там, вот, фортик. Но все же не стоит ждать. Не хочется. Все, можно идти тогда с собакам. Только еще раз сохранюсь. Готово, погнали. Я тем временем почти добрался. Тут кабаны ошиваются. Не хочу я с ними связываться. А может мне их и надо убить? Нет, не надо. Ну, скорее всего, это просто собаки. Зачистить местность от мутантов, зачистить местность от мутантов. Мне два раза повторять не надо. Мне два раза повторять не надо. Где ты? Иди сюда. Может, на камушки лучше залезть? Не знаю пока. Где ты? Я слепой, простите, или как? Ее кто-нибудь видит? Я не вижу ее. Вот я слышу ее где-то, просто слышу и все. Это что теперь? Не по всему кордону бегать собак искать этих? Плохо, конечно. Они ж могли куда угодно разбежаться. Вон одна. По-любому это та собака из этой своры. Но это не все еще. Где? Где бы найти еще собак? Задание еще висит. Нож я не брал, да и ладно. Эти хвосты собачьи лутать. Без квеста нет смысла. Заработаю я на них ноль ровным счетом. Вот следующий друг наш. Ну как, я понимаю, что собака лучший друг человека, но... Не в этом моде. Не в этой игре. Кто орал? Зомби. Да ты тварь! Ну... Сам виноват, по факту. Забирай. Все починил. Спасибо, спасибо, Сидорович. Спасибо большое. Вернулся к новичкам, и колбаса испортилась. Божественно просто. Вот, послушайте, мужики. Мужики тебя не хотят слушать. А это ты сказал? Что? По 80? Отношения нулевые какие-то с ним. Табак не хочет. У тебя что за отношения? Короче, мы без отношений с ними сегодня. Ну ладно, хвосты вот эти продам. Чё у нас там? Поговорить с дедушкой. Сидорович, я вернулся. И я вернулся к тебе с приветом, утюгом и пистолетом. Иди сюда. А, иди сюда, конечно. Насчет починки отдай ПБ. Черт. По поводу задания зачистить местность от мутантов я выполнил. Тоже сложный вопрос. Что будет взять? 919 или... Ай.
А чем Жекан у него? Ничего себе. 9.19. Сколько он дает? 20. Тьфу, 40. Не туда глянул. Ну, выбор очевиден. Возьмем же... А хотя... Да, возьмем Жекана. Патроны, полученные деньги. Неплохо. Че по работе? Принести гравий, уничтожить бандитов на свалке. В последнее время бандитов развелось что-то грязи. Честным людям торговать мешают. Значит так, дуй на свалку. Мне сообщили, что эти мрази обосновались недалеко от кладбища техники. На месте разберешься, тебе все спасибо скажут. Ну и за награды достойно, меня не станет. Согласен. Детектор отклик. Честно говоря, отклик он... Хотя не знаю, нужен, не нужен. Благосклонность группировки долг. Ничего себе. Не знаю, наверное, нет. Потому что я на свалку пока не собираюсь. Давайте возьмем спецзадание. И тогда пойдем к лису. Стоп. Получается... Во, можно у него вещи теперь оставлять. Цена аренды 6 соток. А на сколько? То есть мне каждый раз платить, когда я буду открывать? Я не помню этого. Что по печкам? 500 рублей стоит. Нормально. По отношениям. Так, не. Так. Так. 21. Особо дешевле, наверное, ничего не будет. Наверное. Ну ладно тогда. Спецзадание взяли. По квестам грави. Грави я ему не найду сейчас нигде. Ну, возьмусь я на грави. И там 3 дня пройдет, я его не найду. И репа упадет только. Надо, если нашел, сразу браться тогда. Потому что артефакт это такая тема. Ну или хотя бы знать, где они лежат. В таком случае можно браться за эти квесты. А так не. Не буду. Как тебе такое? Что ты там хотел показать? Гитару показал и все. Хорош. Короче. В планах тогда сейчас будет перейти через железнодорожную насыпь. Пообщаться с лисом. Отстрелять собаку нам даст координаты на тайник. Еще плюсом ко всему нужно поговорить с Кузнецовым. Возьмем на всякий случай 2 бутылки. Возьмем Геркулеса. Блин. Ну ладно, тогда возьмем вот это. Ружьишко. Барвинок. Что еще бы взять? Ну, картечи и Жекана. Жекана бы побольше, наверное. 16 килограмм. Хвост. Хвост этот сейчас вообще выкину. Что я взял лишний, не понял. Еще? Ну ладно. ПБ у нас есть, поэтому ПБ мы возьмем, а это оставим. Он по точности лучше. В смысле? Он даже не на полностью вычинил мне его. Ножик. Ножик взять обязательно. Вот что я хотел. Батареечку. Батарейку взял. Набор для заточки. Спальный мешок. Наверное, не буду брать. Не хочу. Воды нет. И еды нет. Ничего нет. Короче, тогда я... Не знаю, брать мне консервы сейчас, не брать. Короче, куплю просто воды у дедушки. Нашего любимого. Конечно, я шучу. Нам не любимый. Он пистолет самостоятельно как бы вычинить не может. Хотя говорит, что вычинит. Хабар принес. Да нет, так. Посмотреть на тебя зашел. Воды возьмем. 2 бутылки. Даже, наверное, еще одну возьму. Чтобы что? Набор для заточки. Вот он. Чтобы промыть камни. Чтобы промыть наши камушки. Чтобы можно было точить. Вот. По еде. Колбасы купить или хлеба? Жажда. Колбасы тогда куплю. Ладно. Это регенит ХП. Насколько зарегенит? Сейчас посмотрим. Нормально. И водички дрябнем.
Все, идем тогда за насыпь. И тогда поговорим с Кузнецовым, возьмем квест и все такое. Хотя стоп. Стоп. Как дела, сталкер? Две. Мне кажется, стоит еще одну докупить. Ну чтоб было, Вдруг что? Лису же надо дать, аптечку будет. Точно. Поэтому стоило купить. Идем, короче, к насыпи. Все-таки загляну сюда. Кое-что возьму, потому что, по-моему, я в прошлый раз это брал, отгружался. Или забывал брать, не помню. И заберу вот этот вот куртец. Потому что мой убитый уже совсем. Ну, по пулестойкости, да, он будет получше, бандитский, но все же. Хотя нет. Короче, бандитский комбез выкидываем. Он нам не поможет больше. Умер костюм. Так, зомби не нужны. Кстати, обрез тоже в ужасном состоянии. Что с ним делать? Чинить. Логично. Так, Кузнецов. Я принес тебе бутылочку. Надо дальше. Бутылочка найдется, бывай. Ну, я слушаю. Короче, ладно. Вкратце скажу, что надо взять энергетик и вот эту фигню. Консервы и водку. Короче, все заберем отсюда пока что. Короче, он просит принести сумку, которая там используется для переноски частей мутантов. Спасибо, что перебил. Короче, нужно отнести просто сумку и все. Его типам, который там, у него какой-то там бизнес, по-моему, что-то такое. На, держи. Мужик, спасибо тебе огромное. Да пожалуйста. Сейвимся. Сейвимся таким образом. В смысле, неподходящее место. Ты что, прикалываешься? 15. Все. Потом я отвечу на все твои вопросы. Хорошо. Надо придумать стратегию, как бы спастись. Собака лунной походкой добиралась. Я видел все в этой игре. Такого я еще не видел. Гэнгстер. Ты справишься сам? Делаем ставки, вынесет, не вынесет. А, все подохли. Собака задними лапами двигалась. Блин, ладно. Короче, заново его выручу. Мужик, спасибо тебе огромное. Хорошо. Я стаю псов на хвосте привел. Помоги стрелять их. Помогу, конечно. Хорошо, только да, я залезу вот сюда. Да залезь ты. Мечник какой-то кривоногий. Я не понимаю, что он сейчас не прыгает. Что ему мешает прыгнуть? На этот раз собаки спиной не бегут ко мне. Где там еще одна? Упс. Все? Или нет? Ну. Все, одолели твари. Так-то лучше. Денежку мне дашь? КПК Лиса, спасибо за инфу, учту. Спрятанные вещи. Ну ладно. Залутаем тут тайник. Тогда уже потом. Потом, потому что... Там фонит, у меня антирадов нет. Антирадов-то нет, реально. Упс. Нужны ли мне хвосты? Да не нужны они мне. Постоянно думаю, брать, не брать.
И не знаю я. А что там? Тайник, оставленный погибшим сталкером. Что там за тайник? Пойдем глянем. Мне интересно. Мне очень интересно. Вдруг там какой-нибудь крутой комбез лежит. Или что-то посолиднее. Оружие какое-нибудь. Может, тозик другой. Два тоза в одной окрестности делать. Ну да, конечно. Тут... Да тут ничего не будет. Координат-то нет на тайник. Логично. Я близко уже? Близко. ПМ. ПМ, уйди, пожалуйста. Все. Блин, сейчас собаки, наверное, загрятся с кабанами на меня. Тут никого, ничего. Что здесь вообще? Вот это тайник! Конечно, во всяком случае, лучше, чем ничего. Как бы на халяву досталось, по сути. Ну, блин, я ожидал чего-то более грандиозного. Ну, ладно, возьмем. Бинт один. Лучше в аптечке давались. Встань. Уйди. Кыш. Я не понимаю, почему... Почему так? Я думал, между веток сейчас залезу и все. Не получается. Ладно, черт с кабаном. Там можно было вообще фиг забить на этот тайник, но откуда ж я знал. На. Повезло, повезло. Собака поняла, кто здесь хозяин. Ну тогда... Ой, блин. Не, я ухожу. До свидания. Надо тогда идти в темную лощину. Другого ничего не остается. Шел я до темной лощины, думал, в соло разнесу вот этих вот котят. Но не получилось. Короче, тайник тут я брать не буду, который там лежит под деревом. Это потому что шляпа полная, бесполезная. Как бы консервы и бинт хорошо, но вот эти вот две пачки патронов будет нужно вернуть за ним когда-нибудь. Но пока что мне всего хватает. Кроме рюкзака. Я не взял свой рюкзак. Там по-любому уже лис его бобрал. Да? Да нет. Все в порядке. Мне интересно, они сейчас меня за так пропустят? Шагаю. О, пропустил. Хорош. Очень приятно. Можно лутаться? Нельзя. А жаль. Короче, я думал, все просто будет. Возьму и перейду. Темную лощину. Но тут одна проблема возникла. Проблема называется бандиты. А где второй был? Опа! Прилетело в головешку. Так, быстрее, барвинок. Барвинок или барвинок? Я постоянно путаю. Я вообще, когда первый раз увидел этот препарат, я в действительности увидел первую жизнь в этой игре. То есть я даже... Ой, ой-ой-ой-ой-ой. А тут уже мой косяк. Тут мой косяк, ладно. Снова я здесь, и снова меня спалили. Так, двое уже лежат. Где третий был? В таком солидном комбезе еще он лазил. Не обходит ли он меня? Я не знаю. Сейчас аккуратненько пройдемся. Да где же он? Странно. Вон он лазит. Спалил его, все. Сейчас мы встанем за дерево. Бля, убегал. Нет, не аптечку, бинтик. Все-таки лучше бинт, чем вот эти таблетки хавать от кровотека. Но я надеюсь, что все. Больше тут никого нет. Так, что было, пацанов? ТОС. Короче, идея.
Ой. Фейканул, пес. Фейканул. Тут, оказывается, их не трое. Опять гранаты летят. Опять фейковая прилетела. Что это? Блин. Короче, легко не будет. Они тут респавнятся, что ли? Да я уже дважды жмур. Какой умный. Очередной раз меня спалили. И исчезли куда-то. Чудесно. Вон они. Нормально зарядили. Я даже ничего не увидел там толком. Ладно. Идут черти. Сейчас я за свое деревце встану. И меня никто не остановит. Так, минус один. Рюкзак скидываем. Пока что прокатывает. Убил. Короче, хз. Надо брать рюкзак, свалить и сохраняться. Подошел я опять сюда. И они уже на стреме там. На гитаре кто-то играет. А кто играет? Понимаю. Есть один. Да, я знаю, что на фейковое. Можете меня не обманывать. Упс. Ладно. Все-таки стоило бы испугаться. Какую гранату? Не надо, пожалуйста. А где вы? Хоть один, где? Не пойму. Надо аккуратненько идти. Спалил его, короче. Они, короче, по дефолтным позициям тут сидят. Самым обыкновенным. Тут еще один с МП-5 лазит. Пожалуйста, хоть бы меня не убил. Блин. Короче, я думаю, то, что следующий... Я продолжу их выносить. А пока что меня облутают. Да... Ужас. Короче, кому видос понравился, ставьте лайкосики, комментируйте, подписывайтесь. Я буду очень признателен. Потому что я пока только развиваюсь. У меня уже целых 14 подписотов собралось. Ебой. Так что да, лайкосики, подписочка. Спасибо за просмотр и всем пока.